Привет всем! Я буду сегодня готовить белорусский холодник, холодный свекольник. Для этого мне надо вареная свекла, картошечка вареная, яйца отварные, зеленый лучок, огурчики и зелень. Я буду готовить на кефире. Его готовят на кефире, на сыворотке, на квасе со сметанкой, на минеральной водичке газированной со сметаной. Кто как готовит. Я сегодня буду делать на кефирчике. Я беру свеклу отварную и натираю на крупной терке. Затем я измельчаю зеленый лук и зелень. Зеленый лук я не перетираю солью, я добавляю так. Витамины по-любому остаются в кастрюльке. Вот так, вот так. И от этого, поверьте, вкус не хуже. Зелени добавляю много. Крошу мелко-мелко огурчик. Огурчик я очищаю, потому что огурцы у меня магазинные. Меня когда-то спрашивали, почему я чищу огурчики, потому что они не домашние. Я не знаю, какое удобрение добавлялось, когда они росли. И под кожицей могут быть находиться не только витамины, а и какая-то химия. Так, измельчила я огурчики, добавила. Теперь сюда измельчаю, добавляю картошку вареную. Добавляю вареные яйца. Солим, перчим по вкусу, добавляем сок лимона, кто любит, кефиром пока не заправляем. И снова я поступаю, как в ситуации с окрошкой. Часть я откладываю в кастрюльку и ставлю эту кастрюльку в холодильник. А эту часть я буду заправлять. Я добавляю кефир и разбавляю его холодной кипяченой водичкой. Вы можете разбавить минеральной газированной водой по вкусу, как вы любите. Вы можете заправить свекольник квасом со сметаной, как вы любите. Вы можете заправить сывороткой, мы любим так. Добавляем по вкусу, если надо, еще соль, перчик. Наш свекольник готов, холодник белорусский, и сейчас мы делаем презентацию. Вуаля! Ребята, в жаркую погоду это то, что надо. Это очень вкусно и полезно. Приятного аппетита!